Россия прекращает поставки газа на Украину из-за того, что от Киева не поступил очередной платеж. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По данным, на утро вторника «Нафтогаз» исчерпал ранее предоплаченные объемы, а за новые не заплатил. Тем временем поступает информация о том, что уже сейчас, до наступления серьезных холодов, Украина начала активно использовать запасы из подземных хранилищ, которые и так недостаточно заполнены. И отказ от покупки российского топлива создает серьезные риски в зимнее время, как для украинских потребителей, так и для транзита газа в Европу, предупредили в «Газпроме».